Всем привет! Ну, вот мы приехали на рыбалку. Вот он, Егор. Приехали мы на Дон. Будем ловить карася. Приехали мы с кумом. Кум поздоровался. Кум. Привет, Олег, привет, дружище. Крестик. Ну, вы с ним уже знакомы. У нас специалист по щуке. И дядя Ваня. Моего кума отец. Ну что, уже мы начинаем потихонечку забрасывать донки. Ловить мы будем сегодня карася пытаться. У нас два дня он уже плохо клюет, потому что похолодало. Но мы не отчаиваемся, я думаю, мы поймаем. Так что не переключайтесь, думаю, будет интересно. Вытаскивай, выматывай. Первая поклевочка у нас сегодня. Про, не спеши, назад не отходи сильно. Стой на месте. Что там, есть что-нибудь? Что-то сошло? Да. Ага, есть. Вытаскивай карасик. Ой, я ж поскользнулся. Ну вот он, наш первый карасик. Взялся на бойл, кстати. Кстати, на мой. На твой, да. Это я. Еще поклевка. Давай, давай, дядь, давай, давай, про. Да, я или ты, дядя Ван, давай, давай, бери, бери, вытаскивай. Бери, подсекай. Все, вот сюда, чуть, ниже чуть выводи. Она вон закусила, зацепила. Ну, выводим, выводим. Мы сейчас и кусты залезем, уберем. Давай, 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 чтобы зато... Стой, стой, видишь, перехлестнулось. А, нет, нет, нет. Вот он, карасик, еще один. Во! Во. Кстати, первый пошло. Карасик мой был. Санек привет, решил да, пилить ветку, которая нам мешает. Тебе кидать ты будешь привязывать или что? Ну, конечно, куда? Я думал, он за хвост ее сейчас и самое сюда. Даешь, не зацепишь за хвост, наверное. Да, она вытянет. По зубам, главное, не попался. Дядь Саш, только вы от стороны ствола не давай видите. Вот туда скину. Стой, 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 я просто рядом с тобой кину. А, нормально. Пусть так. Давай. Или спичку. Попробуй забрать. Блин, а это надо делать двумя руками, да, Саня? Да. Сейчас я его оттуда сдерну. О! Ай, Санёк, надо поправить. Надо теперь ногой её, Сань, надо было, как Прохор сказал. Тяни, ты выкачивай его. Чуть качни и тяни тогда. О, нет, не оторвал. О, хороший карасик, прям не оторвал губу. Так подсекал дядя Ваня, что ужас. О, отличный карась. Шикарный. Ну вот уже поймали несколько карасиков. Он Прохор закидывает. Ну недалеко, а. Давай, давай, 15, Прохор, да. Кидай. Отлично, прям куда надо. Во, отлично закинул. И поклевки все у нас в основном на червя. Так что сейчас еще, может, и копать пойду. А вот о, еще одна поклевочка. Только забросили, вот Прохор ее. Да, конечно. И подсак он всегда нужен. Там еще, наверное, одно мы не забросили, да? Идет. У нас просто стоек больше, чем спиннинг заброшен. Что там есть? Прод, не надо, не надо. Так он возьмет. О, хороший карасик весенний. Отличный. Зачет. Зачет. Еще одна поклевка, пока мы пытаемся поймать чужой поплавок. О, Прохор что-то вытащил. Плотва хорошая. Плотва. Отличная плотвичка. Еще поклевочка. Про, давай, 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 в кусты заводит. Давай, давай, выводи, выводи его. Во, отлично, отлично, отлично. Еще плотвина. Да хорошая плотва попадается такая, съедобная. Еще поклевочка. Тяни, тяни, крути, крути. Зацепилась. Ну подтягивай, теперь крути. Да не хуя, не вот, о, отлично. Это клюва, так,
Смотрим, 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 что тут у нас клювало есть. Клювало, клювало, был зацеп. Что-то... О, идет. Вот он, отличный карасик. Ух, ни хрена. Хороший, Санек. Зачет. Все, вот этот зачет, пока самый крупный за сегодня. Ну, я мелких и не хотел ловить. Я ждал, когда клюнет самый лучший. О, поклевочка. Что-то идет. Идет. Хороший карасик. Неплохой. То каждый чутланин перед тобой должен ку делать. Да, и ты имеешь право носить оранжевые штаны. Ну, если у тебя много КЦ. Да может быть даже малиновый. Слышь, на бойл, про! Про давал этот бойл. Видишь, бойл счастливый. Маленький кукурузный бойл. Оп, поклевочка. Только-только забросил, Сергей Иванович. Что там, Сереж? Сказал, этот бойл клюнет. Сказал, Леша, па? Что-то идет. Карасик. Сказал, на бойл клюнет. А клюну на? На бойл. На бойл. На тот прохор, который ты дал. Да. Сказал, что на него точно клюнет. Как закинули, так сразу. Еще поклевка сразу же. Еще того только карася закинули. Что мы тут? Ты понял, что значит перезарядили? Да, только перезарядили, сразу поклевка. О, этот еще... Лови его теперь, Сереж. Хороший карасик. Он сошел. Но не ушел. Вот это сейчас будет поклев. Может и есть там, Саш, что-то. Еда. Что там? Ты только не отходи далеко, ты тяни лучше. Крути катушкой. Все. И поднимай, выкачивай. Ага, все, и крути. Так, мужики, выкачивай, да, отойди, да. Отойди, мешаешь. Отойди, пробуй. Сейчас. О, выкачивай. Где идет он? Вот он. О, тяни его теперь. Опа, опять хотел убежать. Какой-то. Тяни, а ты берешь, тяни. У вас. Да, думаю, только грязный он. Сейчас. Ты знаешь, куда кидать? Да, кидай тогда, только не... Стоп. Ты смотри сзади, что происходит. Далеко. Назад катай, мотай теперь чуть-чуть. Мотай. Хватит. О, сколько уже у нас карасей. Погодка, кстати, не подвела. Думали, будет холоднее. Вообще обещали ужас. Ветер сильный. И где-то градусов 10 тепла. А тут солнышко светит. Вообще красота. Тут у нас ребята, вон гонщики. По бездорожью. Всякие точки у них. Вот они написаны. Фоткаются с ними. Поклевочка. Давай. Лупи. Тяни. Ты не спеши только, Прохор. Не спеши. Все, натяжечку потихонечку. Вот сюда поводи. Давай. Ты кружи. Вообще? Да есть там, я отсюда вижу, что есть. Есть? Да. Ага, идет. О, отличный карасик. Не крупный, но зачетный. Вот еще одни спортсмены приехали. Сдают. Задом им надо. Точку отметить надо ребятам. Ага, давай.
еще ребята приехали. Еще ребята. Ты, Прохор, убери оттуда. Да все выезжали. Да давай встанем. Я скорее обосрался, когда ты мне вот так вот. Я думал, на нас едет. Вам тоже хорошей гонки. Поклевочка. Мы тут перекидывались. Застрял там зацеп. Есть там? О, да хороший карасик, прям замечательный. Это прям зачетный вообще. Ну да, хороший, хороший. Ну я думаю, что так тяжело. Хорош. Да, поймал, не упал. Но все да равно грязный. Да кидай его таким. Там все равно и грязных слушайте, полно. Слушайте, червячок остался. И с поваски. Че, может, поваски. Опа, поклевочка. Поклевочка. Оп. Хоть я сегодня, может, одного карасика вытащу. То все снимаю и снимаю. О, небольшой карасямба. Хороший. Пойдет. Едовой. Едовой. И тоже на червя, да? Ну, был целый, да. Отлично. О, класс. Нет забитый, да? Клюет. Давай, давай, давай. Купи его. Дядя Ванька лупит так, чтобы вместе. О! Вот эта рыба. Ты его подсек так, он, наверное, мертв, от разрыва сердца умер. Наверное. Вот у нас. Красавец бычок. Ну, на нем мы и будем заканчивать нашу рыбалку. Ну вот и все, как я сказал, заканчиваем мы нашу рыбалку. Поймали мы вот тут вот такой вот карасиков. А ну, с ведерка. Ну, в принципе, рыбалкой мы все довольны. Карась клевал. До этого два дня вообще карась не клевал, было глухо. Ну а сегодня нам, как говорится, повезло. Все, всем удачи. Всем сейчас Прохор. Давай, маши, маши Прохор. Пока. До свидания. Поставьте лайк и подпишитесь. Все, увидимся на следующей рыбалке.